Ребята, а как отключить комментарий, если что-то, но висит? Скажите, что, куда нажать, а то я такой не очень. Куда нажать? Что надо сделать? Напишите. Как их отключить, я не знаю комментарии. Не знаешь? Нет. Ё-моё. Ребят, сейчас на паузу нажму. Сейчас как раз, ну, только пожар начался. Вот видите, да, первый, вот этот уже бежит. Скажите, давайте, пауза. Как, чё, куда нажать? Давайте, ребятки, Ну, мешай, три точки нажми, комменты. если что-то. Куда три точки нажать? Вот эти, что ли? Нет, нет, вот эти я понял, наверное. А, выключить комментарий. Все, так, без комментов. Все, окей, погнали. Смотрите, Сейчас жму. пожалуйста, то есть, чтобы не было ни у кого вопросов. Ну, все, то есть уже там, ну, возгорание пошло. Люди начали эвакуироваться. Вот дверь, вот это синий зал получается, и сразу же дверь красный зал, кинотеатр. В красном все погибли, потому что заперлись. Так дверь-то открыта в красном, да? В красный зал просто она открыла дверь и побежала девочка туда дальше. Она ничего не крикнула. Время сейчас уже 45 минут с момента пожара. Вот только сейчас она, спустя 50 секунд, когда уже прям, ну, такой большой огонь, вот так буду держать, так, наверное, и хронологию вам будет видать лучше. Вот. Все, видите, дым какой пошел. То есть 13 секунд назад люди узнали о том, что пожар в красном зале. Смотрите, какой густой дым валит. А с этих залов люди, то есть, ну, как пошла цепная реакция эвакуации, да, и люди, ну, начали, получается, выбегать оттуда. Вот, все, пошли люди, то есть выходят, эвакуируются. Быстро. Все. Нет, тут еще видно будет. Я же, ну, говорю уже этот. Ну, еще Ты раз. еще раз пересмотрел. Будет, будет. То есть тут еще. А получается, значит, желтый вот этот зал. Вот здесь смотрите. Вот, ну, как сейчас подальше сделал, наверное, чтобы видно было. Все равно какое-то минимальное освещение есть. Здесь тоже видно. Вот дверь желтого видно. Ну, тут густой дым, ничего не видно. Ох-ох. Вот люди до сих пор, да, выходят. Время уже 2 минуты. Ну, 4 часа 2 минуты. То есть желтый зал и синий зал. Эвакуация как началась, и они уже цепной реакцией следом, следом, следом выбегали все. Ничего не понимаю. Вот, то есть, да, тут видно через густой дым, все равно они как бы. Видите, да? И еще об одном я не хочу молчать. Получается, вот эти видеозаписи, они не могли вовремя быть обработаны, как, ну, насколько мне там стало известно, да, там от Следственного комитета, что этим занимает. Вот представляете, тут что-то 3 гигабайта там видео, да, и мы тут своих родственников кое-как, ну, как бы, да нет, не кое-как, сразу же я с первого видео буквально, ну, нашли.